Во дворе дома, где проживал герой социалистического труда Станислав Куржей, в честь его столетия была установлена мемориальная доска. Общественность города приняла участие на торжественном ее открытии. Станислав Павлович, первый директор разреза «Богатырь», генеральный директор «Экибастуз Уголь». Большую лепту внес в развитие Экибастузского региона и его восстановление. Мы всегда будем помнить и чтить. Я как-то приехал получать спецовку. Тогда получали спецовку все вместе. И тот, кто выдает спецовку, говорит, Кружей, говорит, уже, говорит, вторые, говорит, сапоги снашивают в этом году. Говорит, так, говорит, каждый год и каждый год. Это вот как раз говорит о том, что сколько он работал на угольном... Столько он работал. Он не сидел в кабинете, хотя в кабинете было все в порядке у него. Станислав Павлович вспоминает все, в том числе и я, с большим, очень с большим сожалением, что он рано ушел от нас, и очень с большим, значит, добром то, что он доброе сделал для всего города. Под началом Станислава Куржея разрез «Богатырь» и объединение «Экибастуз-Уголь» были настоящими кузницами кадров для отрасли. При нем вводилась в работу роторная техника, внедрялись передовые технологии добычи и транспортировки угля. Трудно переоценить вклад Станислава Куржея в угледобывающую отрасль и развитие Экибастуза. После воспоминаний друзей и соратников право открыть мемориальную доску было предоставлено председателю профсоюзного территориального комитета Николаю Попову и соратнику Куржея Владимиру Колодубу. Торжественное мероприятие к столетию Станислава Куржея не случайно прошло в зале детской музыкальной школы имени Естая. Ведь именно он посодействовал ее открытию в нашем городе, обратившись к самому президенту. Духовой оркестр музыкальной школы открыл праздничное мероприятие. От имени администрации города выступила заместитель акима Экибастуза Бибигуль Имангалиева. За всю свою жизнь, до конца своей жизни был предан данному городу и... его неоценимый вклад в становление, в развитие Экибастузского региона как раз-таки приходится на его судьбу. В трехминутном фильме о Станиславе Куржее, подготовленном по инициативе разреза «Богатырь», была отражена богатая биография заслуженного горняка. В начале 1969 года приказом министра угольной промышленности Куржея Станислава Павловича назначили директором разрезов номер 5 и 6 будущего «Богатыря». Здесь недалеко была монтажная площадка, на которой производился монтаж всех машин, и сходу спускались машины эти в забою. Он писал, годы проходят, множится слава угольного Экибастуза, на смену нам придут другие. Мы, старшее поколение, верим, что новая рабочая смена приумножит славу Экибастуза. Такова диалектика. Наши сыновья должны быть лучше и сильнее нас. Эта вера вселяет в нас гордость и радость за будущее. Знамя ударного труда мы передаем в надежные руки горняков. Станислав Павлович оставил огромный след в развитии Экибастузского угольного месторождения нашего города. И я скажу, что и сегодня его горная симфония продолжается. Со сцены выступили те, кто был знаком и работал с Станиславом Павловичем, представители разреза «Богатырь». Душевными номерами украсили мероприятие воспитанники и педагоги музыкальной школы, исполнив классику, которую так любил Станислав Куржей.